СБУ перекрыла нелегальный канал поставки оружия из стран Евросоюза и США. Об этом сообщил замглавы ведомства Виктор Кононенко. Оружие ввозили в разобранном виде, в мастерских Киева собирали и продавали на черном рынке. Среди участников группы были как украинцы, так и иностранцы. Агенты СБУ под видом клиентов сделали две закупки, а после задержали организатора.